одежду, а не на что-либо другое. На самом деле, я просто очень долго откладывал поход за футболками и решил, что сегодня как раз тот день, когда я могу купить. Почему вы думаете, что на все остальное я не потратила? Я и на остальное потратила. Ну, я просто обычно зашел в магазин, ничего такого не... Ага. А вы знаете, что сегодня последний день? Да, я пока стоял в очереди, осознал, потому что вокруг все об этом говорили. Сегодня я русский, мне очень хорошо. Ну, я самое необходимое купил, что нужно. То есть вот успели к последнему дню? Ну да, я так и хотел, в принципе. Я не понял. Ну, почему вот сейчас такое сложное время, да, экономическое? Почему вы решили потратить деньги именно на одежду? Потому что сейчас я думаю, что это такое. Потому что у меня сегодня день рождения. Мне бабуля подкинула денег. Поздравляю. Спасибо. Спасибо. Так бы я не тратила, если честно, потому что я решила, что минимализм – это наше все, и мне всего хватает. Это так случайно получилось. Вот. Потому что потом пошла можно не открыть, что я должен быстро покупить. Ну, потому что хорошую одежду, может быть, потом не получится купить. Вот, а во-вторых, деньги надо сейчас тратить. Потом, может, будет так же просто не хватит ни на что. Ну, на самом деле, просто у меня штанишки протерлись. Я понимаю, что эта тенденция продолжится, и мне надо было срочно запастись. Ну, мне кажется, чтобы снять стресс и для того, чтобы хоть какую-то радость почувствовать. Ну, и просто, когда что-то заканчивается, всегда хочется успеть из серии, что я не думаю, что все бы бежали, если бы магазин не закрывался.